День добрый. Начал сегодня день я не со железа, а решил доделать немного поправом. То, что тут задумал вчера, уже я не зря тут весь вечер потратил. Тут ничего, никаких изменений. А я в Ютубе тут ковырял-ковырял и наковырял. Вот я что сделал. Сечку. Да, прямую. Другую я тут, наверное, даже не сделал, потому что у меня сам себя обманул, в общем, я... Купил сегодня проволоки, бухту целую, на радостях. Оказалась она металлическая. И просто обмедненная. То есть покрытая медью тонким слоем. Она металл. Думаю, что она какая жесткая-то? Отжег. Опять жесткая. В общем, в итоге металлом, оказывается, я сделал сечку. Ну, ничего, 600 рублей только жалко. Проволоки теперь море. А куда ее девать, не знаю. Хоть забор привязывай, как говорится. Ну, вот так вот. Вот. Лучше, чем просто были ямки, как вчера. Тут уже как-то полноценная композиция. Я так бы сказал. Побоюсь, конечно, этого слова, но... Это моя первая всечка. Первая в жизни. И вообще вот такая вот канитель. Да, еще тут пробники всякие стыкал, вот и такие вот варианты, выкидывал уже все. То есть, так я и не смог его, вот я тут еще пробовал. Ну, максимум на полмиллиметра, даже меньше. Нет, полметра это я уже заявил, прям круто. Ну, не режется. Пробовал даже уже не как положено рукой, а молотком затукивал, блин. То есть, как бы... Слишком плотная древесина, слишком. Дальше взял черный граб. В нем то же самое. Ни хрена ни это не прорезается, ничего не получается. А вот в сапилле туго, туго очень прям, но все-таки режется. Взял сосну, там то ли один миллиметров на 5 одним движением можно залететь с такими же усилиями. Вот как-то так. В общем, методом тыка. Довожу свои навыки до более-менее каких-то, чтобы было что-то похожее. Ну вот с проволокой обидно. Бухту за 600 рублей хватанул в торопях, а оказалась талюга. Вот, заказал в интернете плоскую проволоку, серебряную, метр на пробу. Но, блин, пока ее ждешь, пока чего. Ну, пока буду клинки делать, дождусь, наверное. Вот, а с медной проволокой у нас тут проблема. Ее сейчас, многие говорят, даже на мусорке не найдешь. Все подобрали, подчистили. Ладно. С оправами вроде пока все. С этой я еще не знаю, наверное, ничего не буду делать, а может сделаю. Еще как бы не знаю пока, что с ней сделать, чтобы ее культурить. Ладно, продолжаю работу. Если будут какие-то новости. Хотя они есть. Вот еще моделька, я вам вчера не показал. Тут одна узкая. Другая вот такая вот широкая. А что цена резкость вообще не хочет ловиться-то. Вот. Дальше, какие еще модельки? Вот такая вот, еще шире. Если даже вот с этой широкой сравнить. Более массивная. Дальше. И вот такие вот еще две модельки. Это то, что у меня вот на ближайшее будущее в работу. Это все моностали. И тоже такие же будут, кроме вот этой вот. Все остальные будут из Дамаска. Все. Будут новости. Покажу. А пока все. В общем, допер я. Как ее отпустить? Оказывается, нужно... догонять до 950 градусов и ступенчато по 100 градусов убавлять. Вот так вот. Вот эти еще в очереди, а остальные отпускаются. Все. Вот так у меня прошел. Можно сказать, бесполезно прошел день. Вот единственное, что только сегодня сделал, это вот сечку. Металлом
жестким. А в остальном так, если что-то по мелочи сейчас поковыряюсь. А на этом, в общем-то, все. Вряд ли тут еще будут какие-то новости, о которых стоило бы рассказать. Все, до свидания на этом. Ну вот, на сегодня еще завершение дня. Нашел время, чтобы поковыряться. И что-то сделать интересное. То есть потренироваться. Вот такую вот всечку примудрил. Вот тут у меня косячки были. Все пробую. Ну-ка, наверное, фонарик. Нет, не выключу. Вот что у меня получилось. Это уже медная проволока. Все-таки нашел я катушку от какого-то там, не знаю, электронного прибора. И втюхал. Вот тут мне не вышло. Меня загнуло. Видите? И промазал. Вот все, в общем, пробники такие были. Вот это еще с железной проволокой втюхивал. И вот это вот последнее, что вышло. Тут я уже постарался, захотел попробовать, получится у меня нормально или нет. Ну, в принципе, до первого раза, то есть второго уже раза, в один день в этот же. Вполне, наверное. Вот. Проволоку вот такую нашел, катушку. Диаметр примерно 0,9, где-то так вот. Ну, я его расплющиваю молоточком тяжелым в растяжку, чтобы его не мотало в такую вот фигню. И, конечно, допотопными инструментами, блин, наделаю вот такими вот. Это я давно они валяются, и все выкинуть хотел, да жалко было. А тут вот как-то так, видите, пригодилось, чтобы попробовать-то. Это Китай какой-то там, рублей за 300 набор. Поэтому инструмент надо будет делать хороший, полноценный, чтобы работал, а не чтобы просто был. И вот такие вот фигни тоже, если не подходят, да они еще и не режут. Сейчас тоже буду затачивать. А вообще надо бокорезы, я думаю, чтобы все правильно-то было. Вот. Была мне еще мысля сейчас попробовать порезать по металлу. Я так и сделаю, скорее всего. То есть просто попробовать. А уже снимать, наверное, не буду, как новости. Поэтому вот на этом я закончу сегодняшний день, запечатленный в видео. Все. Спасибо за просмотр, если кому-то вообще это интересно. А я прощаюсь с вами до следующих встреч. До свидания.